и джентльмены! Но самое главное, дети, внимание! Его Королевское Величество! Ну что же, советник, доложите мне обстановку в моем королевстве. Ваше Величество, в вашем королевстве все спокойно, но не считая мелочей. Мелочи. Как я их не люблю. Может, принцессу в заморское путешествие отправить? А на чем мы ее отправим? Дров для паровоза нет. На машине тоже невозможно, на бензин золота не хватает. Сама на телеге по королевству передвигаюсь. Значит, не светит принцессе заморское путешествие. Какие еще мелочи в моем королевстве? В море, ваше величество, появилось морское чудовище, которое проглотило 100 торговых судов. Тебе ответственная, трубадур. Какое еще дело? Нужно достать мыльных пузырей. Да побольше. Если принесешь во дворец мыльных пузырей, то выдам за тебя принцессу и полкоролевства в придачу. Что привело тебя ко мне? Понимаете, деду, простите, маг, мой король послал меня за мыльными пузырями. Правда, не сказал, куда идти, но я решила, пойду на удачу. И вот вижу, удача мне улыбнулась. Почему ты одна? О, могущественная снежная королева! По просьбе советника мы стали следить за трубадуром. И прошу заметить, совершенно бесплатно. На болоте полосы плюсь, будет много пузырей, и пускай под водой неизвестный воде дождь. Thank you.
смотрите, какая красота. Ну просто, скажи, пожалуйста, тебе понравился наш сегодня праздник? Да. Ну тогда держи скорее свой приз, сладкий.